Более 6 месяцев активная омская молодежь готовилась к самому значимому событию этого года – Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи. Напомним, что от нашего региона на него отправились 70 участников и 50 волонтеров. Все они прошли отбор, подготовку и обучающую программу. Волонтеры, которым предстоит быть на протяжении всего фестиваля проводниками и помощниками для всех, уже находятся на месте. Сегодня утром к ним отправились и участники. С волнительным настроением, конечно, едем в Сочи, потому что уже наши волонтеры от Омской области в Сочи, они восхищаются этим мероприятием, его глобальностью, его размерами. Огромный масштаб, предполагается очень крутая программа, поэтому очень гордо, что мы представляем Омскую область, что мы вошли в эти 70 человек, которые войдут в историю. Несмотря на ранний час, все участники делегации пребывали в отличном настроении и активно обсуждали, чего они ждут от столь значимого события в своей жизни. Хочется везде побывать, все площадки посетить, поделиться своими какими-то эмоциями, опытом, ну и, конечно, почерпнуть много интересного нового. Подружиться, конечно, хочется, потому что огромное количество молодых людей со всего мира, шанс уникальный увидеть всех вместе, 150 стран, 20 тысяч молодых людей. Молодой предприниматель Павел Фильде отправился в Сочи с целью установления новых международных контактов, полезных именно с экономической точки зрения. Ведь те, кто в эти дни будут проявлять себя на фестивале, через несколько лет могут занять ответственные посты в своих регионах и странах. Если для развития Омской области, мы говорим сейчас в экономическом плане, это очень важно. Потому что все программы федеральные, которые есть, если мы не будем себя проявлять, что мы активны, с нами никто работать не будет. Соответственно, Омская область едет, показывает, что она есть, что она активная, что она развивается, и тогда на нее упадет свет. Большое внимание в рамках фестиваля будет уделено развитию добровольческого направления. Омские представители имеют огромный опыт в данной сфере. Идеи очень разные, и, конечно, хотелось бы ими поделиться, но так как их очень много, чтобы как-то вкратце это все сказать, выразить это можно объединить в одну идею – развитие собственного дела и собственного региона. Это для меня самое главное, потому что я считаю, что это именно дело волонтеров. Мы должны двигаться навстречу всему новому, навстречу всему интересному и развиваться сами, тем самым развивая мир вокруг. Старт фестиваля уже завтра. На протяжении недели его участников ждут дискуссионные площадки, культурные и спортивные мероприятия, встречи с известными спикерами, множество новых знакомств и, конечно, незабываемые впечатления и бесценный опыт.